Всем доброго времени суток! Месяц май подходит к концу, а летом так и не пахнет. Давайте же узнаем, какая погода нас ожидает в ближайшие два дня. В эту субботу Воронеж зальет проливным дождем, всего лишь плюс 13 днем и плюс 5 ночью. В воскресенье 24 мая облачно с небольшими прояснениями, без значительных осадков. Температура воздуха днем плюс 13, ночью плюс 8 градусов. Интересно послушать ваши прогнозы на будущее? Пора выходить из режима самоизоляции или стоит его продлить? Пишите ответы в комментариях.